Стук каблуков, народная музыка и мастерство. Такую программу показали на сцене филармонии Красноярский академический ансамбль танца Сибири и студенты хореографического колледжа. Необычный концерт провели в преддверии 105-летия со дня рождения Михаила Гаденко. Класс-концерт посвятили таинству создания танца и начали выступление со связок у станка. С каждым следующим номером появлялось все больше ярких костюмов и эмоций, а танец превращался в театральную постановку. В зале звучали аплодисменты и крики «Браво!». Особенность класс-концерта в том, что некоторые элементы выполняют на сцене иначе, чем на репетициях. Именно номера, они отрепетированы. Ребята их знают, и балетмейстеры повторяют. Но часть, которая станковая, трюковая часть, это же все равно не в таком полноценном виде в балетном зале мы можем развернуться, как на сцене большого зала.